То есть не сетки не хотели, конечно, в клазе оставаться. Слушай, и у нас начинается бой Dream Fleet versus The Methodical Alliance. И если я не ошибаюсь, я вижу два Балагорна, я вижу Найтмар, и, судя по всему, это Виндикатор. И... Да. Слушай, ну неплохо, неплохо. И... Вау. И Dream Fleet у нас, посмотри, два Флит Фуна, два обычных Фуна, Prophecy Execure, Кроор, два Тальвара и Гриффин, и The Methodical, два Балагорна, Виндикатор, два Найтмара, два Нериуса и Ибис. Вот это сетап. Хардкорненько. Очень тяжелые корабли, достаточно много ДПС, есть хороший контроль в виде балгорнов, но при этом нет мелочи. И на самом деле против данного сетапа Дримфлита они не должны страдать, потому что мелочь в виде Талвара, Крура и одного Гриффина, ну не то чтобы очень опасно. Единственное, что, конечно, Гриффин может какие-то джампы повесить. Но по факту опасной мелочи нет. Я вижу правильную работу, посмотри, Дримфлит. Они джамят Ибис, чтобы тот проджамить не смог. И убивают Нериус, как, видимо, самое слабое звено. Кстати, Дримфлит сейчас оттягивается. Посмотри, они оттягиваются, а эти батлы либо не имеют проб-модов, либо я даже не знаю. Нет, посмотрите, Виндикатор поехал, и остальные тоже потихонечку начинают все-таки двигаться к противнику. Да. Единственное, Нериусы почему-то очень далеко от остальных своих батлшипов. И при этом МЖД я вроде не вижу от Methodical. Круто. Хотя МЖД сейчас Нериус, очень классно. Ну, Виндикаторы потихонечку поехали, но стоит отметить то, что едет у нас только Виндикатор, Найтмары едут очень медленно. Ты знаешь, похоже, они холовые, потому что агила у них из говна. Ну, такое. Нету, понимаешь, у них нету бонусника. Это, на самом деле, на мой взгляд, недочет. Не, ну 630, это очень маленькая скорость для АБ. Prophecy, кстати, откачался. Тут, конечно, момент того, что он был не под таклом. Может быть, в связи с этим он откачался. Тайфун сейчас пытаются праймерить The Methodical Alliance. А у Найтмара уже течет хул. Это действительно хуловый Найтмар. И да, посмотри, он разгоняется очень медленно. Виндикатор тоже, в принципе, уже затакленный. И проблема. Им догнать очень сложно, потому что разгоняются они медленно, скорость у них максимально маленькая. Ты знаешь... Этот сетап очень интересно выглядел до момента, пока мы не узнали, что они хуловые. Боюсь, что да, и это сейчас им реально только помешает. Я тебе расскажу такую историю. Хуловый Найтмар выдает на скрачах 400 ДПС. 400. Ну, если Battle Battleship с 400 ДПС. Учитывая, как течет Найтмар, походу реально он запихнут в балки по самой немалой, и дамаг модов у него реально нет. То есть это очень мало ДПС. Если они не смогут поймать Execure, а скорее всего они не смогут его поймать, у них просто никаких шансов это продавить. Я не понимаю, почему их периодически ситковал Крур. Явно это был Крур, потому что больше некому. И он до сих пор этот Крур жив. Потому что Дабблгорн его не ситкует. Не это ничего с ним не делает. Это очень подозрительно. Кто его знает? Вот. Я только это могу ответить в данной ситуации. На самом деле, конечно... Хаотическое передвижение, смотри, вот они двигаются куда-то. Ну ты знаешь, когда у тебя полный набор балок, ты чаще всего двигаешься куда-то. Потому что ты его двигаешь, ты прямо разогнался, если тебе нужно повернуться, ты думаешь, не, лучше буду прямо. Кстати, минус на Эмару, на Methodical Alliance. А я удивлен, что не было МЖД в Methodical, потому что когда на их Нереусы все натопили, и они были достаточно далеко, можно было как раз это МЖД реализовать. Ну, учитывая, что Найтмар как бы хуловый, ну что у него там в медах стоит? Там все корабли могли зафейлить МЖД, абсолютно да. Все. У Найтмаров полный набор медов, у Виндикатора тоже есть слот, у Балагорна подавно есть слот. Почему там нет МЖД? И МЖД реально было бы ок, потому что вот настроение было как раз. Подхватили они все-таки Тайфун сеточками, нейтриками, заливаются наконец в него. По-моему, Виндикатор все-таки доехал до своей цели и начал. Я хочу отметить то, что на самом деле Методикалы потеряли только один Найтмар. Наконец они добрались до противника. И посмотри, второй Найтмар, по-моему, шелдовый, потому что он очень долго течет. Либо мне кажется, либо сейчас. Да, видимо, перезарядка действительно. Они попросту не дамажат, поэтому так долго течет. Ну, в принципе, сейчас группировались они на фоне и, скорее всего, реально загрызут даже сквозь откачку. Но вот при этом знаешь... могут потерять Найтмар. Ты знаешь, если они сейчас догрызут Фун, который, кстати, МЖДшит, посмотри, Фун сейчас МЖДшит, да, и скрамлера на нем нет.
И что же будет раньше, смерть или МЖД все-таки? И, увы. Умер. Слушай, он очень поздно начал МЖД, что реально да, очень поздно. Да, он долго думал, к сожалению, и увы, ах. Сейчас, если два Флитфуна Дримфлит не откатят, вот они эти уже вот получают медлительные батлшипы, которые они уже не смогли откатить, и если до смерти Найтмара погибнет один из тайфунов, то у Дримфлит будут реально шансы на поражение. Слушай, Крур и Талвары, походу, все-таки сетками. Ну, Крур, понятно, Талвары, походу, тоже сетками, потому что Найтмар и Индикатор сейчас были по сетками, и дотопить до Флитфуна им тяжеловато. Слушай, посмотри, Найтмар на хуле куда-то МЖДшится, то есть МЖД у них все-таки было, и в начале боя они не воспользовались этим. Ну, не знаю, на мой взгляд, ну, то, что я видел по тактике Рью, то, что я видел по экрану, мне показалось, что МЖД там вот было как раз. Может быть, конечно, это не так, не знаю. Может, МЖД есть только на Найтмарах, потому что, типа, мест слотов у них много, а на Виндикаторах и Балгорнах решили побольше сеток зафитить. Черт их знает. Тут на самом деле один Найтмар потерян, второй Найтмар МЖДшнулся и вернется в бой не скоро. И хватит ли сейчас ДПС команде The Methodical Alliance продавить этот Флитфун? Потому что да, если не хватит, и если будет хоть какая-то заминка, то они уже точно проиграют в этом бою. Да, им надо реально все-таки методиком снимать себе ДПС, потому что хул хулом, но как бы он кончается, Найтмар далеко, у него уже тоже треть хула, его можно будет добить потом. Я смотрю, что сейчас Найтмар, который МЖДшнулся, дотягивался до Экзекьюра. Конечно же, Экзекьюр, скорее всего, покинул дистанцию Найтмара, но, тем не менее, хиты по нему какие-то проходили. И посмотри, Найтмар сейчас переключился уже на Гриффин команды Дримфлит, и если Гриффин сейчас не спасется, попросту не оттопит оттуда никуда, то они потеряют, на мой взгляд, преимущество, потому что Виндикатор с некоторой периодичностью благополучно проваливается в джем от этого самого Гриффина. Проблема в том, что им недостаточно логиста, и логиста им пока не убить. И реально это проблема, потому что он откачивает что Флитфун, что Гриффин он откачал. Гриффин, кстати, попал под Heavy Nitric. Скорее всего, эта часть джамиров так точно выключит. Плюс заставит Гриффин постоять по регенить капу сколько-то времени. И посмотри, выстрел зашел почти до хула. И сейчас, если его не выкачают, возможно, будет минус Гриффин. О, вау, фига, его прямо на МВД по сигнатуре. Отлично, да, слушай, Дримфлит потерял Гриффин, это уже шанс для методиклов. И вот Нитрик минус Гуру, это даже больший шанс. Но тем временем, посмотри, у The Methodical минус Нереус и минус второй Найтмар. Да, и не индикатор затаклен по сетками, Балгорн затаклен по сетками, и никуда они не едут. И что самое страшное, они перестали доставать до Экзекура, походу Экзекур мимо прокатился, получил Нитру и укатился дальше. И Экзекур не убьют, обычный фун. Кстати, Экзекур, походу, в джаме от дронов. Что ну, скорее всего, действительно в джаме. Сейчас, кстати, Тайфун попал под такл. Судя по скорости 3. Ну да, мы видим этот такл с Индикатора и Балагорнов. И минус Тайфун, скорее всего, будет у команды Дримфлит. Не факт, что Экзекур вроде вышел из джама, и, возможно, сейчас его поддержит. Ну да, еще. Возможно, чем меньше у них ДПС, просто тем больше шансов у The Methodical жить. Потому что это хуловые фиты. Ну, Виндикатор сейчас умрет, и шансы с этим... Виндикатор здесь стал разворачиваться, и вероятнее всего это будет МЖД. Да, у него хулат осталось совсем чуть-чуть. Да, ему МЖД что-то. Не, он МЖД не прожимает. Виндикатору нужно просто сжигать пушки. Сейчас Виндикатор должен сжечь пушки и умереть. Не знаю, сжег ли он их, но... Виндикатор опять упал в джам, и, возможно, фунт сейчас... Нет, вышел в джам снова. И фунт все-таки выживет, походу, Балгорна 2. У них ДПС не так уж много, потому что они хуловые. Они бьют в самый высокий резист. А ты знаешь, я вижу Балагорн, а лазер это где? Есть с двух Балагорнов, и были камфлаги только что, я это видел. Вот я сейчас прямо вот смотрю и не вижу никаких лазеров. Но нам, возможно, показывают заджамленный Балагорн, сейчас один из них был в джаме, вроде бы как. Но лазеры точно были лазеры. Лазеры есть? Я вижу пушки, да, я вижу. Да, нет, есть, пушки есть, это не фулнейтры, это... А чё он это не стреляет? Эй. Ну, не знаю, видимо, надежда потеряна. Ну, весьма вероятно, кстати. Просто посмотри, на них такое количество нейтриков. Ну, не прям такое количество нейтриков, а сколько получается? А, кстати, да, возможно, если у него просто капа уже нет. 5 хэви нейтриков на этих балагорных. Возможно, их просто уже нет капа. Тогда печалька. Действительно, балагорные вынитрены, и носов у них нет, кстати. Видел? Носпы надо фитить было. Опа. Сетап у The Methodic реально интересно, если это были бы кайтящие батлы. Это реально очень ДПС, но очень сильный сетап. Но реализация и
как оказалось, фитинг просто, просто ужаснейший. Ужаснейший фитинг. У них реально были шансы. У них были, ну, на нормальном МВД с нормальной игилой у них был даже шанс вполне захавать экзекура, потому что он периодически под нитро по сетке подставлялся. И после экзекура там, в принципе, можно вообще все перед ДПС и все нормально убить. Но по факту, да, вот эта агила на балках, вот эта скорость какая-то не очень не шмогла. Ну что ж, Дримфлиты молодцы. Они свой сетап, в принципе, реализовали как смогли. Крур, не знаю, почему до сих пор жив. Почему, когда он там сетковал посредине пяти бедолышев, почему просто дронами не убили. Не изнитрили, не сетковали. Мне очень странно это выглядит. Ну ладно. Тут, кстати, нам подсказывают, что, возможно, мы действительно просмотрели в начале боя, говорят, батлы фракционные были совсем не там, где были Ибис и Нереус, и, так возможно, это говорил, было, да, действительно МЖД. Я говорил об этом. А, нет, они были там с самого начала по приварпу, по-моему. Не там, где Нереусы, а...